Студия 89.9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». 6 вечера в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов. Здравствуйте, друзья. У нас сегодня большая радость. У нас неочередной выпуск программы «Концертный зал». И сегодня он имени Анны. Потрясающей Анны Плетневой. Анечка, привет. Красивые, невозможно. Мы старались, мы знали, что ты придешь. Но нас же показывают, да, сейчас? Конечно, мы, нас круглосуточно показывают. И, ребята, конечно, если вдруг слушаете, вы включаете телеки сейчас, потому что надо видеть, как выглядит роскошно, как всегда, Анна. Потрясающая золотая куртка, ну, давай скажем, топ. Золотой для тех, кто сейчас в машине слушает. Да, я старалась, я готовилась. Вот, и сегодня утром задала вопрос в Инстаграм, какие песни наши слушатели хотят услышать. И, в общем, постарались сделать сегодняшнюю программу именно такой, которую хотят услышать. Программа по заявкам, по сути. По заявкам, да. Ну и, конечно, Аня будут помогать музыканты. Аня, представь, пожалуйста, своих. Да, я представлю обязательно, чуть попозже, у нас все продумано. Вот, сорян. Это моя команда, команда Анны Плетневой, группа «Винтаж». Прошу любить и жаловать. Лучшие парни, лучшие музыканты этой страны. Парни заулыбались сразу, это приятно. У нас есть вообще удивительно. Человек-оркестр Влад Джанелло, который играет и на бас-гитаре, и на скрипке одновременно. И вы причем такое видели? И смс-ки еще отправляет. И смс-ки одновременно, да, конечно же. И еще выходит прямой эфир в Инстаграм, в общем, умеет все. Тогда я предлагаю начать сразу с песни, и после чего мы общаться будем. Да, первая песня практически в каждой заявке она была, «Знак Водолея». Конечно. Прошу любить и жаловать. Thank you.
Большое интервью прямо во время песни, потому что обычно с нами еще танцевальный коллектив, и у нас в этом моменте происходит, ну как вам сказать, шоу, ну, в общем, театральное представление. У нас тут все происходит. Вот в опиши этом словами, то есть девушки танцуют. Это прекрасно. Но есть. А это еще танцуют, танцы продолжаются еще, да? Я вообще первый раз такой экспириенс в жизни. Я прям чувствую, что вы как-то теперь во знаешь? Мне да. практически. Когда я вижу ваши глаза и понимаю, что вам сидеть сложно. Просто нам очень сложно, да, но эта сложность такая классная, надо сказать. Аня, по поводу... Вы тоже очень классная, я даже не знаю, как петь дальше. Спасибо тебе огромное. По поводу, значит, танцев, которые сегодня, к сожалению, не смогли здесь просто поместиться. Это уже, я думаю, поняли наши зрители и слушатели, да. Ну, все в порядке. У нас через уже скоро здесь осеночка, павильон огромный. Там все в полном порядке, завершается ремонт, и мы тогда обещаем, что в следующий раз мы даже сможем тебе, если ты захочешь, ты даже сможешь спуститься откуда-то сверху на воздушном шаре. У нас есть трапеция. У меня, кстати, была один раз такая история. На одной премии была задумка, что я с роялем спускаюсь из-под купола олимпийского. Он не горит при этом, нет? Он не горел, но это была очень тяжелая конструкция. И, в общем, с этим роялем я должна была спуститься. Была репетиция, и мы как раз вот уже начали запускать зрителей, а рояль со мной застрял там наверху. И это было очень смешно, как меня быстро-быстро с этим роялем пытались спустить. Еще я юбку забыла. Слушайте, а кто там под куполом? Это Плетнева репетирует на рояле. С роялем, да. Ну, все в порядке обошлось? Нет, ну, все в порядке. Слава богу, номер был лучше, как всегда. Да, в результате это был, да, лучший номер вообще, мне кажется, за все годы этой премии. Анечка, давай мы расскажем вот что. Если вдруг есть два зрителя и слушателя, ровно два, потому что наверняка их и ровно столько, которые, может быть, не понимают, да, в чем сейчас разница, почему Анна Плетнева, почему винтаж, мы говорим во вторую очередь, и песня-то сейчас, в общем, она же винтажовская, винтаж, как правильно сказать? Винтаж, конечно. Ну, я вообще... У Анны уже сольная карьера. Уже год, наверное, исполнилось, Аня, если больше. Уже год. Примерно так, да? Можно так сказать, с одной стороны. С другой стороны, я не могу разделить эти два составляющих Анны Плетневой и группы «Винтаж». Мне кажется, все очень закономерно. Как-то произошло такое, и все. Да, потому что, в общем, действительно, все песни, которые я исполняю сегодня, ну, 70% — это песни, написанные именно в тот период, когда я пела в группе «Винтаж». Мы действительно создали эту группу с Алексеем Романовым уже очень-очень давно. Прошло много времени, и мы недавно вот расстались, разошлись, и осталась одна Анна Плетнева с песнями группы «Винтаж». И
не только. Так что... Ну, однако, у Романа остались еще и 4 солистки группы «Винтаж». Новые девушки, да, которые ты тоже помогала отбирать. Ну, это, да, такой насколько... был тоже период, да. Мы пытались это сделать, пытались меня заменить. В общем, на самом деле ничего не получилось с этим, потому что все стали очень протестовать, и было очень много гневных писем. Мы получали их в течение вот года. И поняли, что это безнадежно. Лучше создать новый какой-то вообще коллектив, не называть его новую «Винтаж», страницу, потому что «Винтаж», открыть. Да, это все равно. Ну, вот всегда такая... с тобой ассоциироваться, конечно. Да, абсолютно, да. Это история, которая ассоциируется только со мной, и мы не обманем никого, ни себя, ни людей, ни слушателей. В общем, так все у нас все по-честному. И честная живая музыка здесь, в эфире «Страны FM». Следующее произведение. Следующее произведение называется «На чьей-то стороне». Написал эту песню для меня Антон Кох. Очень известный автор. И это, кстати, песня уже моя сольная, если можно так сказать. Смотрим, слушаем. Исполняет Анна Плетнева и группа «Винтаж». Тоже, кстати, все просили ее спеть сегодня. Абсолютно все. Я очень этому рада, если честно. Земля была белой, наполненной сказками, и музыка пела про долго и счастливо. Порвутся в ней струны, мы будем поранены, но только к лицу нам такие царапины. И чувство проникнет Дорогие друзья, в студии концертного зала сегодня очень жарко. У нас в гостях Анна Плетнева и ее 4 музыкальных рыцаря. Из группы «Винтаж». Конечно, дорогие конечно. Детки, наша мамочка приехала. Аня, дорогая, ну расскажи, пожалуйста, вот эта вот история, твое обращение, конечно, очень умиляет. Но когда это обращается так, красивая, роскошная девушка молодая, мои дети. В соцсетях, если вдруг кто не знает, если есть такие, кто не подписан еще на Анну. Ань, давно у тебя эта история и с чем она связана? Давно.
давно, честно говоря, давно. С чем связано, не знаю, но действительно в какой-то момент весь мой фан-клуб... Ты как бы из семьи это перенесла, вот расскажи. Не знаю, но все зовут меня мама, 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 мама. Ну, ты одна такая. И вот у парней спросите, это тоже мои дети, сыновья, кстати, подрощенные. И по улыбкам видно, что это так. Вася мой сын, кстати, Василий Дочкин, барабанщик наш, мой сын, уже 20 лет. Вот, я родила его 20 лет назад. Тогда я еще, кстати, пела в краснознаменном ансамбле «Лицей». И мы с тех пор вместе работаем. Вы можете себе представить? Вместе закончили лицей. Боже. Молодцы. Ну да. Ну правда, нас связывают такие очень долгие истории. Наверное, потому что я мать такая нашего шоу-бизнеса уже. Отлично. Несмотря на свой, так сказать, Молодой возраст. Вид, да, непреклонный. Дамы непреклонного возраста. На самом деле я очень давно этим занимаюсь. Очень давно этим живу и... Просто пью кровь молодых мальчиков каждое утро, это мой секрет. Вот поэтому я хорошо сохранилась, но при этом все, всех, кого вы видите, и все, кто посвящены в нашу веру, это все мои дети. Смотри, клавишник на первом месте, наверное, да? Ну он, да, у меня самый молоденький. Понятно, он засмущался. Так, хорошо, Ванечка, а есть же папочка тогда? Или нет? Папочка, или твои дети, они все, значит, безотцовщина, ну, получается, да, такая? Безотцовщина сейчас в данную секунду. Ну, Алексей Романов, он не был никогда папой, скажи? Ну да, 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 на самом деле был, и до сих пор весь коллектив зовет папа. Папа, так конечно, вот что, мама и папа. Но все абсолютно в музыкальном смысле этого слова, не подумайте. Ну, конечно, мы все... Такого? Хотя все равно никто не верит. Ну, а что касается твоих сольных альбомов, планируется ли он у тебя? Давай мы все-таки о творчестве поговорим. Да, планируется. Все спрашивают, когда же новая песня, когда же новая песня. И мы тоже. И все, да, все очень интересуются. Спасибо, что спросили. Сейчас вот выйдет буквально 1 декабря песня «Новогодняя». Ух ты! Я решила... Ты просто, спасибо тебе за это отдельно. Потому что никогда, каждый год в эфире не хватает новогодних песен. И я помню, что... Поверь, это мы ощущаем. Вот. Да. И каждый раз достают вот эти вот нафталин, можно абсолютно сказать. Аркадий Хоралов, да, опять у нас. Да, песни про Новый год и дискотека «Авария». Я считаю, что пора ее подвинуть просто немножко с песней «Новый год». Вот, поэтому 1 декабря стартует новогодний сингл. Называется он «La La Land». Ай, ну значит, он будет веселый. Будет. Вот, это веселый. И завтра мы снимаем видео, кстати, вот. Новогоднее. Так что приходите, всем можно поучаствовать. Устроим такой веселый флешмоб. Так, ты сколько, а куда? Будешь Дедом Морозом. Есть плавки красивые? А какой же Дед Мороз без красивых плавок? Он зашьет за ночь. Меховые белые плавки. Ну все, приходи, мы тебя будем ждать. Бороду мы тебе выдадим, все нормально. Спасибо, спасибо. Ну и сейчас давайте вернемся к музыке. Пока я осмысливаю, каким образом будут двигаться в костюме Деда Мороза. Да, сегодня новую песню пока не споем, потому что нельзя до премьеры. Поэтому «Сильная девочка» тоже любимая мною песня, абсолютно про меня. И вот, тоже из моего сольного уже абсолютно всеми. В наушниках ветра стон, и гордости пустота. В обратном порядке считаю до сказки. Мне нужен другой закон. Только правда.
песни, написанные с ним вместе, в душе я плачу, потому что я его очень люблю. Друзья, мы снова вернулись. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Здесь Анна Плетнева и команда «Винтаж». Анечка, ну тогда надо понимать, что у тебя наверняка есть парфюм Алексей Романов. Ведь не так давно было выпущено. Да. Нет еще? Почему? У меня еще нету, но у меня есть парфюм «Винтаж». Да что ты говоришь? Да. Сережа Губанов, парфюмер, который... Как раз и Алексею это уже сделал. Выпускает, да, наш друг, и выпускает парфюм не так давно, но я была та самая первая, которая его распробовала, и он действительно очень такой... Ты его крестная мама. Ну, да. Вот видите, опять мама. Опять я же говорю, мама, да? Все, от этого никак не отделаешься. Ничего, здесь не пойдешь. Анечка, я хотела еще немножечко тебя расспросить по поводу твоего нового клипа. Mm-hmm. Если, конечно, можно раскрывать mm-hmm. секреты. Это все равно все уже станет известно, да? Гробы были, мужчины переодетые в пачки, и в общем, и все роскошно, и с плетками было уже все. Скажи, ждать ли нам, или неужели одни зайчики, белочки и снегурочки с Дедом Морозом будут? Ну да, я уже тоже как бы вот, не знаю даже, чем удивлять, поэтому мы решили просто не прописывать никаких сценариев, ничего не придумать, потому что обычно, когда это делаю, моя больная фантазия, она так разыгрывается, что вот последний наш клип просто запретили и нигде не показали вообще. Она в процессе у тебя разыгрывается? Ты про какую имеешь в виду, игрушки? Про игрушки. Он да. у нас есть в эфире. Ну, вот только вот вы такие особенные, самые крутые, самые смелые. Вот, потому что это, конечно, ну, многие восприняли как некий вызов. Хотя, действительно, в этом клипе нет ничего такого особенного. Ничего. Просто красивый. Абсолютно. Ну, просто... в наше время, да, в общем, я тоже понимаю, ну, что там ничего такого нет. Это история про то, кстати, я ее рассказываю перед клипом, о том, что просто женщины попросили богов поменять местами. Да? Мужчины и женщины. В общем, как поменяться ролями. Телами, поменяться да-да-да. Местами, ролями, да. И, в общем, на эту тему мы прикалывались, мне кажется, что это было ужасно весело и интересно. Такой экспириенс. Я побыла мужчиной. Мне это, кстати, понравилось. Так. Но вот многие восприняли это как некий опять какой-то вот повод для запретов и не поняли. Мне это странно, честно, потому что, ну, действительно, мне кажется, более позитивного видео вот ты сказала главное. Мы прикалывались. Все. Если у человека есть чувство юмора, то он все это поймет. Ну да, я тоже так считаю. Вот. Ну и завтра мы тоже прикалываемся, потому что я, правда, не знаю, будут крутые танцы, которые поставила Света Иванова, наша бессменная в прошлом солистка, а сейчас наш хореограф, и она тоже выходит с нами на сцену, она поставила сумасшедший танец. И игрушки, кстати, тоже она ставила танец. Многие спрашивают, спасибо кто поставил ей вот это вот. Да-да-да. Кстати, вы готовьтесь, вы будете со мной это танцевать сегодня. Так что... Это отдельный номер. Мне нравится. Лишь бы нас не запретили после этого. Такой, Рома такой на меня. Да-да. Просто к танцу это как раз его сильное место. Ань, ты вот здесь вот прям как в воду глядел. Ты должен пройти кастинг, ты не понимаешь? Мы, кстати, его даже брали, когда на работу. Мы, в общем, хотели ты его сначала как танцора брать. Да? Я сначала танцевал, да, зазывал всех. Ну все. Давайте. Все, не будем рассказывать, к музыке. Споем. Да, опять сейчас будет лирическая песня. Не знаю, что тут вот я так все построила, всю программу. «Одиночество любви». Да. Но потом будет все весело. Потом будет три подряд очень веселые песни. Это трогательно. Вы ее все знаете. Давайте попробуем прям вместе спеть уже наконец-то. Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Задвигаем шторы. Кофеек? Объясните теперь нам, вахтеры, почему я на ней так две ноты. Hey! Знаки, вопросы, где и с кем мы проснемся утром, крик одиночества любви летит над миром. Маленькие мальчики закипают пальчики, маленькие девочки верят им, надевают платьица и в машинках катятся. От кого-то прятаться, с кем-то до утра. После нажмем.
раз уверены, что любовь пришла. После нажмем на пульте кнопку, и в рай легко и ловко. Ковровая дорожка, кривые зеркала. Ну а кого мы любим, с тем никогда не будем. Зачем же мы забыли, что мы люди? Ну здесь все должны просто петь. Чем я занимаюсь, вот эта песня, она вообще никогда не про меня, потому что у меня никогда не бывает никакого одиночества любви. Вообще. У меня всегда есть мои любимые люди вокруг, которые слушают песни, и лучшие музыканты. Василий Дочкин, барабаны. Клавиши. Ваня Ельников. Молоденький, очень красивый. Бас-гитара, Влад Джанелло, человек-оркестр, очень крутой чувак. Смотрите, сейчас он будет что делать, это очень смешно. Когда-нибудь видели скрипку, встроенную в тело? Вот это вот про Влада Джанелло. Артем Камалетдинов, соло-гитара. Тоже безумно красивый, да? Мне очень повезло. Это крик одиночества. Группа «Винтаж». Анечка, там пришел там молодой пришел человек. Которого мы должны обязательно приблизить к тебе. Ты знаешь, на самом деле Артем, я не знаю, он секретным образом пробрался даже через охрану. И, в общем, что происходит? Я так понимаю, что это поклонник, который путешествует за тобой по всем городам, весим, по студиям. И всегда не с пустыми руками, а с потрясающими букетами. Да, Артем, на самом деле, потрясающий человек мой, который всегда со мной в моем сердце, и не только на каждом концерте, в любом городе. Бывает так, что я выхожу из номера в какой-то гостинице в каком-то городе, и вот Артем, и уже с букетом. Я удивлена, потрясена и восхищаюсь тобой, горжусь тобой. В общем, счастлива, что, наверное, где-то чуть-чуть я это заслужила. Вот. Артем, ну а для тебя, Анна, скажи, она, если можно, да, подойти и сказать, что ну что значит? Ну понятно, что все похоже. Похоже, все для тебя значит. Анна для меня это символ, который нас поет, радует и всегда рядом вместе с нами. Какая любимая песня у тебя, Тем? Вот. Самая-самая, блин. Моя самая любимая. Это... Да, сегодня она еще прозвучит на самом деле. Спасибо тебе. Ну, назвать можно?
Конечно. Песня «Я верю в любовь». О, отлично. Спасибо тебе огромное, на самом деле, за этот красивый жест. Ань, правда, чудесный букет. И, конечно, это все очень достойно. Уже красиво. Куда давай, его теперь? Давай, давай. Ром, ты будешь сидеть с букетом. Я человек-ваза. Идет. Ну... Вообще потрясающе. Надо сказать, что у Анны периодически появляются букеты в Инстаграм, в соцсетях от тайных поклонников. Я да, думаю, что их, тьма. Ну, скажи, пожалуйста, а что этим тайным поклонникам-то нужно от тебя? Выразить свою симпатию или бороться за сердце, за твое? Что хотят. Да по-разному. По-разному бывает. Если вы говорите про тот букет, который я действительно в своем Инстаграм выложила, это была вообще удивительная история. Это я развела двоих молодых людей в самолете. Вот, в смысле, просто... разыграла или ну, они расстались? Они меня не узнали, они меня не узнали, и один из них оказался психиатром, и я говорю, а поспорим, что у меня есть с собой сейчас вот в чемоданчике маленьком смирительная рубашка. Он говорит, ну вы точно мой пациент, в принципе, с вами все он понятно. Он деньги проспорил. Он проспорил $100, да, и в общем он был настолько потрясен, когда я достала и развернула в самолете эту рубашку, он одела и... Я так часто делаю. Скажи, вот как артисты зарабатывают деньги. Это не деньги. Та купюра, которая вон на бас-гитаре сейчас, нет? Это... Влад, я не поняла. Вот это вот что, заныкал? Когда успел? А у многих-то, конечно, сейчас вопрос, а зачем Анна Плетнева возит с собой смирительные рубашки? Ну, те, кто бывают на наших концертах... Они видят это. Они, да, много раз видели, что вот песня «Одиночество любви» как раз мы изображаем... психиатрическую лечебницу. Приходите на концерты, да. Скажи, увидите. Увидите, да, приходите на концерты. Так что, ребята, осторожнее со спорами на это стоит в самолетах. Посмотреть. Анечка, мы с удовольствием послушаем следующую песню. Да, следующая песня без вас никак. Ром, клади букет. А, я думала, он прикрылся им специально. Нет, да. Сейчас почему? Мы куда-то как-то все будет... встанем. Я не знаю, нас же снимают, правильно? Снимают. Конечно. Вот. Сейчас мы будем петь песню, которая называется «Игрушки». Вы мне очень нужны. Мы должны исполнить танец сосиски. Это обязательная программа. Значит, какие действия сосиска выполняет? Ну, просто вот вставайте со мной. Так. Да. Вот где у нас камера? Вот нас снимают. Главное, чтобы нам тоже сейчас сказали в ушки, что, чтобы мы не закрывали. Не-не, нормально. Камера. Никто ничего не закроет. А если дорогие закроете, друзья, это хорошо. Впервые, надо сказать, ведущие были подняты со своих табуреток. Впервые мы являемся участниками музыкального коллектива. Так, все, не такого главное музыкантов не убить. Нет, нет. Погнали. Пожалуйста, нам покажи, погнали. Нет, сейчас вы будете подхватывать на лету, все это очень просто. Ну, Рома, держись. Так, мальчики очень смешные, маленькие и большие. Стоят хмурые лица, так им спокойнее спится. Мальчики очень смешные, когда за рулем машины. Рычат друг на друга, как тигры. Для них это просто игры. Мальчики любят большие игрушки. Строят КамАЗ, самолеты и пушки. Очень скучно.
винтаж, дорогие друзья. Александр Хайрулина, Роман Шахов, ну и Анна Плетнева. И... Спасибо, спасибо. И спасибо. Это были сосиски, да? Это был танец сосиски. Это были... Ром, у нас готов уже корпоративный новогодний номер. Я тебя поздравляю. Мне кажется, уже сняли клип, друзья, если вы смотрите «Страну FM». А, спасибо тебе огромное. Слушай, я представляю, что происходит. Что теперь с появлением этой песни в твоем репертуаре происходит на твоих концертах? Ты заставляешь целый зал исполнять? Ну да, я заставляю вообще это делать всегда на каждой песне, но... Этот номер, он вообще очень необычный. Выходят парни в костюмах, очень специальных, танцоры в костюмах. И, между прочим, если кому-то кажется, что это очень легко, ничего подобного. Люди, да? Смотрели на меня, они поняли, что это нелегко, Саша. Не все же на тебя смотрели. Кто-то смотрел на меня, смеялся. На самом деле не очень легко, да, не очень легко танцевать, а еще и петь одновременно. Вот в этом ты, конечно, молодец, потому что у тебя всегда сложная хореография, ее очень много. Ну, это, наверное, достигается только колоссальной работой, упражнениями, тренировками. Ну как? Тренируешь. То есть ты в тренажерке поешь как вот? Нет, на самом деле самый лучший тренинг — это концерты как раз. Во время концертов очень укрепляется пресс. У меня всегда вот этот пояс, на котором держится монитор, он всегда служит таким, ну, корсетом. К концу концерта спадает, я думаю. К концу концерта у тебя такая талия просто невероятная, что вообще все хорошо. Я могу целую неделю есть все, что хочешь, булки всякие. А в конце недели вот 3-4 концерта и минус 3 килограмма. Сейчас многие девушки пошли как минимум в караоке, вот после вот этой фразы твоей. Да, я всем советую, кстати, для хорошей фигуры нужно петь и танцевать одновременно. Я всегда всю жизнь это делала. Надо петь побольше песню «Игрушки» в караоке, везде, где только есть, потому что сосиски – это залог вообще здорового тела. Но здесь не о еде, а о движении. Вот такие сосиски, они полезные для фигуры. Абсолютно. Анечка, в следующей песне, надеюсь, ты позволишь нам посидеть. Ладно, посидите, отдохните чуть-чуть, господи. Спасибо. Я потанцую, как обычно. И вся страна потанцует песню «Ева». Будет, как решит монолог твоей души. Луны, луны, Алиса.
Друзья, концертный зал продолжается. Все-таки не зря сегодня мы на кондиционере поставили температуру плюс 28. Дорогие мужчины, не просто слушайте, смотрите сегодняшний выпуск программы. Анна Плетнева в гостях у нас, да, и группа это «Винтаж». Залог моего успеха. А как раз не так давно у тебя в Инстаграм, Ань, появилась запись на «Иду на концерт богини или королева сцены», что-то ну, такое, прям да, очень да, да, громко. Да. Ты была на концерте Евы Польной как раз. Евы Польной, да. Прекрасный, великолепный, единственный, неповторимый, не знаю, все эпитеты самые красивые, можно вот именно про нее. Все это про нее. Она действительно вдохновитель, она вдохновила нас в свое время на песню «Ева», и эту песню... Причем вы ее за два дня, по-моему, сделали, да? Усачева удивили. Как мы это ее, было? Да, мы очень быстро ее сделали на основе вот этого рефрена. Взяли маленький кусочек инструмента из ее песни и сделали свою песню. Вот, а когда ей рассказали об этом, она сказала, зачем? Мне это надо. Я говорю, ну, пожалуйста. И вот я тогда придумала как раз тот самый видеоклип, как будто бы я фанатка. И я представляю, что я — это она. В общем, фантазия пошла, как эта песня могла поется. Могла бы быть, да-да-да. Да, и ей все понравилось. Я помню, что на премьеру, она пришла на премьеру клипа. У нас было такое событие медийное. Села такая с килограммом огурцов. Сейчас кидаться начнет просто со сцены, когда мы вышли на сцену, показали клип, потом вышли на сцену петь эту песню. Но она не стала кидаться, съела спокойно свои огурцы и сказала, круто, ребята, молодцы, в общем, все понравилось. Ну, очень красиво, ну, очень бережно, кстати. С тех самых да. пор уже при встрече она когда-нибудь говорит тебе спасибо за эту песню? Ну, нет, я ей говорю спасибо. Каждый раз этой песней, да. Да, а так... потому что все-таки она именно вот, ну, она та самая муза. Ань, расскажи немножко о своем кинотворчестве. Вот, да, у тебя же есть такой опыт в мини-сериальчике. Вы снимали «Подруга», да? Да, расскажи, мы же его смотрим в интернете. Да, интересно, будет ли продолжение, расскажи. Слушайте, вот надо же, вот правда, как же мне, как хорошо у меня устроена голова. У меня кратковременная память просто отсутствует. Все, что было в начале года, ты уже стерла, да? Как? Ну, как-то вот... Да, я уже речь забыла, идет... что это было, вы мне сейчас напомнили. О клипе «Подруга», да? А где ты, Марина Федункив, актриса, песня «Подруга», клип «Подруга», и песня там... стала к сериалу «Подруга» с саундтреком. Ну, да, то есть наоборот, скорее сериал стал сниматься, потому что изначально вот эта песня появилась, и я придумала, что обязательно моей подругой должна быть Марина Федункив, и... Вы же не были с ней знакомы, мы да? Мы не были вообще понимаю. С ней знакомы, да. Я у вас прекрасный дуэт, кстати. Набралась там. Наглости, да. Причем, когда я позвонила Марине, она говорит, слушай, ну вот ты и я, вот как мы просто рядом встанем и вообще... Ну, она еще такая девушка с чувством юмора. Колоритная, да, да. Безупречным, да. И я говорю, ну, хорошо будет. Вот не знаю, просто верила в то, что это хорошая идея. Хотя, конечно... Сложно это было представить, но когда мы сняли клип, мы поняли, что это очень прикольная такая получилась затея, визуализация имела
гигантский громадный успех, всем все понравилось, и мы стали снимать сериал на этой почве, придумали, что вот мы работаем в столовке, uh-huh. что нас выгнали обеих, значит, меня из группы «Винтаж» как раз в тот момент, ее из «Comedy Woman», и мы такие две несчастные устроились работать в столовку, и за еду, значит, мы зарабатываем гонорары на видеоклипы новые. Будет ли продолжение, скажи? Вы знаете, не знаю, как насчет продолжения именно этого сериала, потому что, ну, действительно, сейчас уже другой какой-то. Угу. Сейчас такая жизнь быстрая. Ну, что-то еще тогда у тебя в этом направлении, скажи. Все другое. Уже другие песни, другая история. Уже это какой-то вот для меня уже все-таки пройденный этап. Но при этом, при всем, мы подруги. Вот, что самое ценное. И это уже навсегда, да? Настоящие подруги, да, мы созваниваемся, в общем, любим друг друга. Ань, где-то в твоем интервью есть такие строчки, что ты очень-очень рано стала грезить о любви, мечтать о ней, что в совсем юном возрасте уже о ней мечтала, распускала волосы, что-то там фантазировала. В 10 лет уже ее на линейке там позорили, да. Знаешь. Это вы знаете, кажется. Я только хочу спросить, скажи, пожалуйста, а доченьки твои, они такие же, или ты как-то им строго-напросто запрещаешь, заплетаешь косы и говоришь, ни в какую? Да такие же. Да? Ну а как же ты хотела, гены? Да ужасно. Не говорите мне об этом, я вообще в шоке. Нахожусь полным, мне очень страшно. Но, однако, видишь, как это, что это все отражается в твоих песнях. Очень много творчества, страсти, огня, какой-то такой хорошей женской энергии, правильно? Ну так да, что? Ну да. Ну, в общем, да. Мои девчонки тоже все парни влюблены. Но тещи тебя сложно представить. Бабушка. Бабушка. Баба Аня. Баба Аня. Но... Мне кажется, нормально. Поживем, увидим, говорят дети. Да. Анечка, у нас не так много времени, а хочется еще, чтобы ты обязательно исполнила нам песню, после которой у нас будет чуточку, пару секунд еще попрощаться и поговорить. Да, песня «Я верю в любовь», одна тоже из моих любимых песен, тоже все-все-все за нее голосовали, вот, и для Артема, который верит в любовь. На самом деле посвящается всему моему фан-клубу, моим детям, любимым. Точно верят в любовь, как и я. Я верю в сказочную силу любви, ведь все зависит от нас самих. Танцуй. Спасибо большое, «Страна FM». Я знаю, что вы крутите все мои песни, все песни группы «Винтаж». Я знаю, что это настоящая любовь. И теперь знаете, что с этого дня она настолько взаимна, вы останетесь со мной навсегда.
теперь мой мир, моя любовь. Спасибо, огромное ребята, спасибо огромное. До новых встреч. Программа «Концертный зал». В Москве после этой программы потеплело. Спасибо. Потрясающе. Вы старались. Браво. Ура. Спасибо.